Здравствуйте, дорогие зрители! И сегодня я вам расскажу, что же мы увидим в следующей серии 11 сезона шоу «Холостяк». Как известно, в прошлой серии Михаил объявил, что хочет помочь тем, кто не может сам о себе позаботиться. Однако, что именно за помощь, неизвестно. Розали только обрадуется этому, так как любит помогать людям, а у Дарьи появится предположение, что речь идет о помощи животным в приюте. Так или иначе, а что именно за помощь и кому, неизвестно. Кроме того, в следующей серии Михаил пригласит сразу всех девушек одновременно, но так и не ясно для чего. По одной из версий будет фотосессия, о чем говорят установленные вокруг осветительные приборы. По другой, холостяк будет делать каждой девушке массаж. И как несложно догадаться, с некоторыми девушками одним массажем не ограничится. С одной из девушек Михаил будет долго целоваться, а другую в одном нижнем белье будет страстно гладить по всему телу. В лагере участниц такие новости разлетятся очень быстро. И для многих такие откровения станут шоком. Одна из девушек даже сама уйдет из проекта, обвинив холостяка в том, что именно он виноват в том, что она уезжает. Такое станет неожиданностью даже для самого холостяка. Однако, кто именно покинет проект, увидим в следующей серии. Жду от вас пальчики вверх и до новых встреч!